О, ну что, едем в Панерма. Куда нам? Сюда? Да. Каким-то образом нам... Что? Ну что, впечатления отличные? Подожди, а туда ли нам? Не знаю. Не, нам не туда. Но мы сейчас опять к Оливере придем. Нам не сюда. Нам в другую сторону идти. Мы иначе приедем в Белла Кассе. Нам, по-моему... Смотри, вот там рентовская машина поедет. Да, да. Поедет. Вот наверняка тоже будет национальная дорога. Нет, нам вот туда. Как раз. Туда. Едем. Приехали с Балаканской. Здравствуйте, мы опять к вам. Давно не виделись. Да, конечно, тут отдыхающих очень. Не, отели на отеле. Апартаменты, отели просто. Но красота. Реально, очень красивое место. Сейчас машина видно. Залив замечательный. Наших соотечественников видно по внешнему виду, какая тетя в халате. Как, наверное, дома ходят так, что на отдыхе. Решили в магазин заехать, ребята. Снимается, все записывается. Человек отдыхать должен отдыхая, в том, в чем ему удобно отдыхать. Не думая, что они подумают. Так, мы сейчас туда мы едем, правильно? Да, туда. Да? Да, да, да. Сюда автобус заезжал уже? Или нет, мы там где-то высаживаем? Может, сюда, может, мы куда-то в горы едем. Знаю. Поем на высоту. Это очень высоко, ты сидишь действительно. Куда-то я, думаю, повернул опять не туда. Ну, вот здесь на смотровой немножечко. Что развернуть. Показывают? Начать? Не-не, вроде туда. Ну, начать. Сейчас ты высоко. Высоко в горы едешь? Ну, что он показывает? Ничего не показывает. Начать. Нажимай начать. Что происходит? Может, точно не туда я поехал. В горы поехал. Мы здесь не ехали. Ну, я да. Не, мы там. Мы тут ехали. Не куда ты? По-моему, мы тут не ехали. Мы не ехали тут. Понимаешь, ты все выше и выше. Что это такая петляющая дорога? Мы так высоко не забирались, Олег. Посмотрим на красоты. Уже ведет нас? Через 300 метров поверните направо. Вон дорога.
козочки. Что-то кушают. Повернуть направо. Машина же на встречном идти. Это не туда уже в рейтинг. Ну, по какой-то другой дороге. Движение. Думаешь? Не по этой. Вы когда заезжали в Бали на автобусе, туристов высаживали, да? Слушай, по другой дороге. Вон дорога. Через 300 метров поверните налево. Но я вижу, но это затем туда. Держитесь правее. Дорога на ретинг. Да? Да. Я так думаю. Скоро почему-то
наверное, мы сейчас должны города уехать, может быть, смысл. Ехал, говорю, что здесь две полосы с этой стороны. Странно, почему там на Хане дорога, одна полоса в одну сторону. Вечер, я тоже говорю, наверное, кондишку все выключил. Я говорю, ну да, конечно. Накатом идем. Вижу, прямо пока, да? Да. Потом надо будет съехать с дороги. Да. Отель, который таверне, вернее, я живем, и на стороне моря. Да, где-то скоро будет съезд. Не написано по норме. Карты, но даже не вижу. Блин, варт какой-то, блин. Сюда надо все? Да. Понял, куда мне варт. Там сюда потом возвращаться. А если с нашей стороны едем, то под мостом. С стороны реки. Держите справедливо. Затем 7 килограммов.
Так, надо где-то машину поставить, да, если там будет. А там не пляж, случайно? Ну, там на самом этом самом. А? На самом этом. Да? Пирсе. Ага. Если нам направо надо было, да? Или вряд ли? Да, по-моему, направо. Ой, налево. Потом направо. Здесь это мы садились. На перекрёстке. Да. Сюда. Мы проедем вниз. Самый низ? Да. Нет, не самый низ. Поверните направо. Затем вы прибудете на значение. Вот сюда. Осторожно, Олег, я звоню. Да, поехал, даже здесь живут. Сюда. Да, вот здесь остановка запрещена, знаю. Вот это стоит. А вот слева наш отель «Ильяна». В прошлом году мы здесь отдыхали. Назначение. Что это было? Это я. Укрыла. Наверное, можно встать. Сюда нельзя? Там было одностороннее, там было... Попробуем. Там была для отеля стоянка. Нам закрыли, да. Шлагбаумчик. Я помню. Шлагбаумчик. Далёк кошечки? Они все разбежали. Есть прямо. А я прямо по тающим местечкам, кто знает. Здесь один раз я здесь останавливался. Да, здесь. Да, интернет какой-то появился. Какой-то? Да, Наталья отправила на Наталью себе на работу. Что? Кому же? А, это Лена пишет. Что, Лена? Это, ну, слава богу. А, это...